В Уссурийске ведутся восстановительные работы на дамбе. Ход процесса осмотрел губернатор Олег Кожемяка, зампредседателя правительства Приморья Еленой Пархоменко и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды края Арестом Довтяном. Сколько вы за ночь грунта засыпите? Я думаю, 1000 засыпем. 1000 засыпите? Ну вот этот вот яму эту заровняете? Да. Прорану-то. Как раз 1000 сюда и уйдет. Ход работ контролирует и общественник Александр Агапитов. По его словам, благодаря личному участию главы региона скорость восстановления дамбы значительно выросла. Также Александр Агапитов уточнил о строительстве в микрорайоне «Семь ветров», который больше всех пострадал от подтопления. Сейчас мы дадим команду Евгению Евгеньевичу, чтобы он, во-первых, забрал разрешение строительства, если давал, вот, запретил там стройку до полного разбирательства в целом, значит, да, поменял зону. Зону жилой застройки там на или социальные объекты, или на какую-нибудь парковую зону, вот, то есть, которую можно создать и которая в случае затопления не будет столь проблематична для граждан. Поэтому дадим команду с тем, чтобы нанесли запрет, еще предупредим прокуратуру, вот, с тем, чтобы там никакой стройки не велось. Напомним, в Уссурийске во время стихийного бедствия произошел прорыв дамбы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку подрядной организации и службы заказчика, оценивают, как велся контроль строительства. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.